Итак, ты мне говорила про Берсерк. Он у меня третий. Он у меня третий. Жду. Этого, из этого аккаунта еще можно сделать конфетку. Так что это, сейчас подожди, водички налью, и мы поедем дальше. Так. Тут еще надо перки расставить. Сейчас я быстренько расставлю. Так, что это такое вообще, рывок? А почему он у меня не стоит? Вот так. Поехали. Блять, это быстро. Так, ты где бежишь-то? Я взад тебя. Ай, нету никого. Центр есть. А я промахнулся. Дай капкан. О! Ведьма. В натуре ведьма. Вот я косой утырок. Хер в башку попадешь. По этой ведьме. Попал. Хм. Прошка, ёпта. Ах ты, вот он. Ну вот теперь все сообщения вижу. Тупит. Thank you.
Вот дальше только. Так, что ты там написал? Лавина, да. Не, лавина ништяк на самом деле. У меня еще просто уровень не позволяет, она у меня первая. А я сейчас играю там уже, где у них... Нахуй. Ай, никого мне не оставили. На. Тут такие тоже типы попадаются. Интересные. Блять, меня заебала эта ведьма уже. Она меня в натуре преследует. Сов, налево. Че вот это я сделал сейчас? Блять. Да есть, конечно, видишь? У них уровни, потому что это... Я с 41 уровнем играю. Тут у этих утыр уже вообще все есть. На. Блять. А у тебя не получится. У меня еще уровень маловат. 36-й, когда будет уровень, я уже с полтинниками, или 37-й. Какой уровень-то, блин? Уже не помню, короче. Ну, короче, за 30 какой-то уровень уже смогу играть с полтинниками. Я раньше так играл. Вот смотри, я сейчас попробую тебя. О, Сань, привет, Санек. Сейчас попробую позвать тебя. Просто. Кто у нас там есть в сети? А у нас в сети-то никого нету. Тут Делорки вообще нету. У нас из клана-то и нет вообще никого. Все это офлайн, короче. Здесь Делорки нет. Здесь есть Лавина и этот Берсерк. Третий. Но у меня уже руки чешутся пойти до банкомата, денег закинуть на телефон, чтобы его прокачать. Но у меня сейчас другая цель. Мне сейчас надо найти, или, короче, 50 уровня аккаунт, или, короче, свой. На время турнира арендовать. Там плюшки будут давать. По-любому нормальные. В кадык нам, в ухо. Щеку тебе, сука. На, нахуй. На, блядь. О, какие танцы. Жалко, у меня, короче, не iPhone. Так, я понял, что ты в игре. Все и ясно. Вон там есть. Санитарочка. Санитарочка, это хорошо. Почему? Почему свирепый? Да. Кстати, насчет Аканаос. Насчет Аканаос. Есть Ак нормальный. Сука, двое. Ах ты, блядь. Только вынес моську. Сразу по этой моське и получишь. Есть ак на аккаунт с эпиков. С эпик, которые старые, короче. Ну что они за мной-то все охотятся? А, я понял. Кстати, насчет холодного оружия.
А как на Android купить и перенести на iOS? Блин, простудился на даче. Ну, может быть. Но у меня нету в планах покупать себе iOS, потому что я хочу себе на день рождения подарить. Да ты куда бежишь? Ты смотри, похуй ей вообще. Микро. Бактерия, блядь. Это. Ну, хочу себе это взять. Не потому что они стоят, я могу себе взять iPhone, ну, то есть, вообще без проблем, прям завтра пойти и купить себе iPhone. Даже могу себе побаловать, взять 11-й, но просто дело не в этом. У меня прям iPhone, это все, меня прям трясти начинает. Так, Сань, ты так много написал. Да, я тебя попробую пригласить, но смотри, у меня... Ты зайди, посмотри в профиль, какой у меня уровень. Ну, я согласен. Я согласен. 11-й вообще шикардос. Так, вот смотрите, поехали. Видишь, недопустимая разница. Могу в прошку позвать, ну, куда угодно. Мне нужен... А я сейчас Софу попрошу. Плюс мне уже тоже предлагали за 30 тысяч, короче. Но мне кажется, что 8 плюс... Какой у него там размер экрана? Санек, сейчас тебя Совка попробует пригласить. 6,5. Ну, как у меня практически. Только у меня рамок нет, а там есть рамки. У меня 6,64, по-моему, экран, если мне память не ошибает. Короче, у меня экран... Больше, чем на Покафоне. Не намного там, на сколько-то. Все, поехали. Лопата, ну я бы не сказал. У меня руки как лопата. У меня на ладошке помещается на моей. Мой телефон у меня помещается полностью на ладошке. Он мне кажется очень маленький. Я бы был бы еще больше. Мне, наверное, с моими культяпками только на планшете играть. Ну да. Я тебе говорю, у меня ладонь как лопата просто. Ой, я здесь буду, короче, снайперить. Я тут не воин. Я вчера с пьяни здесь слил, короче, все КД. Просто в хлам. 65 косарей это на что? Ну, лишние деньги не бывает вообще никогда. Ну, и сам понимаешь, что лишних денег никогда не бывает. И что это такое происходит? А где они сгасились-то? Блядь, ну вот так вот начинается, ё-моё. Ага. Блядь, они, смотри, когда там стоял, никого не было, тут повылазили. Что ж делать-то?
Интересно, оттуда двух-то забрали у нас с козырька? Что такое? Да ладно, блядь! Откуда стреляют-то, не пойму. А, Софик, вижу. Три косаря. Сколько сейчас 11 Pro стоит? Он 1130 стоит, наверное, да? Блять, вот я косой. Согласен, не спорю. Многие говорят, что на... Блять, картинка. Многие говорят, что на iPad хорошо играть. Но видишь, какая херня. Сейчас турнир, который организовали вот эти вот, короче, бета-версии, да? На iPad ты не поиграешь. Вон они, гуськи. Чтобы с берсерком побегать, что ли? Ну, он третий, блин, он не тянет, его качать надо. А вот там есть, короче, сыворотка правды. На. Нихера себе меня прилетело, разулю с гранаты. За 110, да, может быть, найду. Но 110, это, блядь, мне сейчас свою машину продать, грубо говоря, да? Да ёптать, блядь. Короче. И чё, и просто купить себе iPhone. А смысл? Ради какой-то игры вот этой? Я не вижу смысла покупать себе iPhone или еще что-то, короче. Короче, мы обосрали здесь конкретно, потому что вон там гуси стоят. И туда не пройти. Будем хитрить. Вот, и это. А телефон у меня разряжается. Короче, я смотря в чем, где, как, чего. Вот в этой тупорылой игре он у меня разряжается где-то за 3,5 часа. С учетом того, что у меня батарейка 4500. Но это я, когда сейчас был инвент, я очень сильно ушатал батарейку, потому что я играл в зарядке. А так, в целом, мне поначалу хватало его смело на 5 часов игры, беспрерывной. Или 46-й. Короче, не помню. Но не суть. Сорок шестой, по-моему, нужен, да. А Покафон сейчас можно взять, вот когда была акция на Покафон, его можно было взять, ребят, около, наверное, месяцев 9-10 назад его можно было взять за 35 тысяч, Рокфон 2 на, сколько там у него, на терабайт, что ли, сколько там, не память, не 128, а какой-то такой, ну, самый, короче, вот этот, с большой, который памяти, самый-самый, был можно взять по акции за 35 тысяч, а я просто очканул. Не стал брать.
35 тысяч, да. 10 месяцев назад через Алик предзаказом его можно было заказать за 35 копейками. Короче, ну, грубо говоря, там, наверное, вышло бы где-то 36 тысяч. Кого они там валят-то? Мой лучок даже 1900 в тело. Да это я понимаю, что разные вещи. Но, короче, вот я тебе скажу, что там его когда тестили, брали какой-то айфон. Ух ты, блядь, смотри, крыса обошла. Я человек из той категории, который... У меня был когда-то айфон, это было. Я не могу тебе сейчас даже точно сказать, сколько мне лет было, когда он у меня был. Когда он был похож, айфон на этот. Как эти плееры-то айфоновские называются-то, ё-моё. iPod, вот. Этот iPhone был похож на iPod, короче. Третий, наверное. Да, скорее всего, третий. Блядь, смотри-ка, а. Косой, сука, рукожопый. Да, третий, точно, третий. Сейчас стоит третий как машина? Я не про iPod тебе говорю, я говорю, что iPhone был, выглядел как iPod, короче. Ну, самый первый, какой там, третий у нас в России появился iPhone. Сейчас, подожди. Сейчас, сов, погоди, я кое-что сделаю. Вот так сделаю, короче. Да, вот он. Вот он, этот тутырок. Вот он. Вот такой. Вот такой у меня был. Вот он. Мыльница сраная. То потом каким-то, блядь, продал чувакам его. А так, да, я на таком же, как у тебя, телефоне играл. Или не такой? Я же тебе показывал тогда фотографии. Такой же у тебя телефон? А что у нас по времени? Без 25.4, наверное, надо поиграть в колду. Софа, ты на связи вообще? На море хочу, блядь, пиздец. А черепаха? XR взял?
Да нет, короче, ты не понял. Смотри, я скидывал в Дискорде у себя. Вот, черепах, я скидывал тогда это же фотографии айфона. У тебя такой же? Блять. У нас слева стоит прям. Забегаешь на лестницу, сразу слева стоит. Слева, 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 слева. Что там подобрать можно? Давай, добивай. Ты здесь, то я вот здесь. Сов, не добиваешь, блин. Стой, 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 стойте. Вот по этому кирпичику. Да ептать. Ну так вот, дали ему год. Интересно, фиксанут капкан на скорострелку, нет? Добавят ему, нет? Или как это называется, не фиксанут? А что там, блядь, делают они обычно? Ой, задание. А мне кажется, да. Мне кажется, да. Мне кажется, ему добавят скорострельности. Пойдем. Ах ты, ептать. Ну, не знаю. Ему чуть-чуть подкрутить скорострел, и все, это будет самый имбовый, наверное. Блять, музыка вырубает, спать аж хочется, сейчас я поменяю это. Да сколько тебе надо в башку-то всадить, ё-моё. Ну, берсерк, да, я не спорю, я сам тащусь от берсерка, но опять же, ну, не каждый поймет его прикол. Да, Орион неплох, им тоже надо научиться играть просто. Смотри, Крысульда. Блядь, ты смотри, куда... Ох, нихера я подвис у них. Орион, да, Орион хорошо стреляет. Им просто надо научиться играть. Я просто не понимаю, как некоторые люди играют. Он, когда с прицела с него стреляешь, он как корабль. На волнах. Блять, смотри, крысы стоят. Крысы стоят. Так. Ну чё, наверное, сейчас колду запущу. Главное попасть. 3000. Видел? Выдает в голову. Или 3 с чем-то он.
Неинтересное. Ну там быстренько задание собрал и все. Так. Тут ловить нечего. Когда она уже пропадет, эта хуйня-то, блядь? Ну так-то да. Вот это вообще, вот этот вот предатель, он там вообще все портит просто. Я вообще не понимаю, зачем он там нужен. Да, конечно, вот этот... Нет, вообще ни копейки. И не собираюсь. Но он беспонтовый. Вот эти вот персонажи женские. Бесявые. Единственное, что вот прям руки чешутся, я тебе говорю. Ну просто это, ну... Эмблема. Эмблема вообще... Классная. Она даже лучше, чем на этих раздают, на всяких инвентах. Чё скидывал? Чё я скидывал? Ты про что сейчас? Про аккаунт? Или про что? Не пойму. Блин, эмблема мне прям нравится. А, ну, фотку айфона скидывал. Да, у тебя такой же? Ладно, давайте еще... Может, один побегаю, короче. Ого. Еще на двушку слил. Вообще гон. Ну, десятка. Десятка какая-то там десятка. А, просто десятка. А вот этот тип, который танцует, уже играл со мной. Третьего уровня что? Я и так играю, короче. А, три уровня. Блять. Это как его? Ух ты, дикий. Ух ты, Джокер. Подбирай, Санёк, халява. Косой, сука, лось. С 35-го. Ну вот, я говорю, 35-й или 36-й уровень какой-то. Точно говорю, уже не помню. По-моему, с 36-го. Блять, это что это такое? Догнал. Не, ну Джокер хорош. Я что-то там поиграл на своем на старом аккаунте с Джокером. И я даже Берсерк отключил. Поставил себе на скаута. Блять, это наш? Ёпта, что ж так пугает-то? Джокер, конечно, хорош. Даже не особо заметно, что фиксанули его.
Не-не-не, там же говорили, что ему, короче, что-то убрали. А что-то говорили, что ему там фиганули, короче. Ух ты какой. Ножей, видать, по баку. Вот, да, пер какой-то, вот. Я же говорю, там ему что-то сделали. Незаметно вообще. О! Кто-то там, что-то там. Я не знаю, сейчас попробую его в этот. Даст мне его в прокат-то? Я же еще не брался дробовик ни разу. Зачем смотреть, если можно не смотреть? Помчали. Бегать как раз карточка. Ух, блядь. Ух, хорош он, хорош. Так, что это сейчас за глюк был? Санитар, блядь. Нахуй они его все покупают, этот санитар? Ах ты, вот он. Ой, да мы тут две точки уже просрали. Ну ничего. Да, я уберу кнопку ножа. Сейчас подберем, посмотрим. Что такое в нем нормуль. Ну что-то все с ними бегают. Я знаю, что из санитара, короче, как этот, блять, они вон они, этот, как его, мне очень нравится, буря, вот, вспомнил, вот он мне очень нравился, я постоянно с ним, короче, бегал.
Да что ты, сука, косой такой, утырок, блядь. Да не, она ништяк, буря. На начальных уровнях буря, короче, вообще. Шикардос. Блять, косой, сука, утырок. Ну ладно, выиграли, хуй с ним. Ты что, по 36 человек им настреливал? Это рекорд, 36 человек. Рекорд, 36. Как она только в прокате появляется, все. Штанишки для бега и попер. А, видишь, 43, а у меня вот 36. Но если я сейчас сначала начну с самого играть, мне кажется, я там и, блин, и не, ну 50 не получится, конечно. Но тоже где-то так. Я на 50-м умудрился на своем аккаунте, который пацану подарил. Не этот, а другой. Перебить свой собственный рекорд. У меня было максимальное убийство 21 человек, а я настрелял 23. На тележке на этой, на повозке. Так, что я там набил битков-то хоть чуть-чуть? Да? Поехали. Расходку набирать. Нормально. Так. Так, так, так. Ну что там, округлился-то? В бан? Навсегда в бан попал, что ли? Жесть. А у меня есть забаненный аккаунт. Сейчас покажу. Сейчас покажу. Суки не хотят мне его разблокировать, хотя ничего противозаконного я, блядь, не сделал. Сейчас я вам покажу свой заблокированный аккаунт. Я их с компьютера играл. Да, просто можно играть. Я уже хотел с него на турнир пойти, но мне говорят, его не пустят. Вот он. Бонусы мне тут всякие дают постоянно. Угу. Я тебе могу сказать еще нескольких человек, которых заблокировали за то, что они играли, короче. Они не пишут, что они блокируют тебя за то, что ты это... За то, что ты, короче... Играешь на компьютере, они не пишут это. Они этого и не напишут. Видишь, также здесь получают всякие эти. Пишут ЗПО. Совершенно верно. Пишут ЗПО. Ага. Видишь, для меня тут турниры, все приходят. И они не хотят мне его разблокировать, мой аккаунт вот этот. Вот в прошку я на нем играл.
зловещий Фреончик. Так. Вот, смотри, сейчас напишут. Аккаунт у меня висит этот уже, блядь, очень давно. Мне так нравился раньше. Банк какашка, да. В колду? Давай, сейчас я перезайду. Запущу колду. Выбил сегодня себе там этот... автомат. Кейсов 100, наверное, потратил. Фиолетовый. И это. Все-таки выбил. Точнее, он мне попался. Я прям так радовался. Ха-ха. Ладушки. Отскок. Сейчас покажу, какой, про какой я говорю. Так. Ленчик, Килкар. А третий кто с нами? Представься. Ага, конч. Так, хорошо. А, ну да, я знаю, что я кидал. Я про тех, кому, кто не видел. Костюмчик замутил сегодня. И вот этот вот. Вот он. Это он. Так, черепаха, мы с тобой попрем в королевку, потому что надо нам с тобой проходить задание. Совка, а что эта совка делает? А я уже делал прокрут за 20. Какие? Ты что, не хочешь себе... На, смотри, какие. Ты что, не в курсе, что ли? Ты когда последний раз-то заходил? Вот они. Что, тебе не нужен этот, как эта хуйня-то называется? Полтергейст вот этот, шлемак. Ну, залетай давай. Смотрю, совка уже здесь. Позвать ее, что ли? У меня его нету. Давай, совку. Борзую. Сейчас вчетвером пойдем, короче, крошить. Так, совка, привет. Меня там, конечно, не слышно. Так, давай, борзаем, малой парень. Давай, 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 давай. Я им сейчас, кстати, скину, подождите, ссылку. Вот на это. Вот сюда.
Так, 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 это закрыть. Это закрыть, это закрыть, это закрыть. Кого мы еще? Отлично. И еще кого-нибудь. Ну давайте поставим себе этого. Не хочет идти борзая. Поставим, так и поедем, короче. На подборе. О, это наш. Это наш. Ну, ребята, мы через пусковой полетим. Чипырка, ты всегда, блядь, отскакиваешь, ё-моё, как-то неправильно, ё-моё. А тут, наверное, музыку мы я приглушу, ребят. Снайперкой я не пользуюсь, поэтому она мне не нужна. Снайперка мне не нужна. Черепаха, бегу. Ой, совка, 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 бегу.
Что, у тебя ботинок там, что ли, завалил? Давай, давай, свети мне его. Это бот, как тебя бот убил? Так, ладно, цепляю аптечки. Смотри. Эмочка, 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 эмочка. О, привет, Олежка. Танк? Вот это вообще классно. Это, конечно, хорошо, если он появится. Было бы прикольно, на самом деле, с танком погонять-то. Так, у нас совка отлетела, походу. Софа у нас отлетела. А! У нас дружок один откис. Мы остались втроем. Так, подожди, я не успел прочитать, что ты там написал. Кто там вертолет расстреливает, блядь? Так, давай прочитаю. Так, ладно, Софа что-то у нас зависла. Не беда. Не беда. Походу совку расстреливают. Нет. Нет. Ну где-то рядом. Вот здесь. А вот и совку валят. Так ты, мать ебучая, нихуя себе. Блять, из вышки, из хуишки. Так, черепах, у меня здесь один с этой стороны.
Ага, какие крутые ребятки. Мы просто задержались здесь маленечко. Так, ну я так понял, совка у нас, короче, откисла. Поэтому, наверное, мы пойдем с тобой вдвоем. Да. Ай, минус 11. Осечка. Пойдем вдвоем, потому что вдвоем проще будет. Да, сейчас увидишь, все нормально будет. Погнали, жми готов, чипыр, и поехали. Что-то выполнил. А что выполнил? А, отлично. Так, отряд на двоих. Давай, давай. Поехали. Жду тебя, ну что ты там? Кого ждем-то, ёк-макарёк? Посмотрим. Так. Это какой перк? Какой это перк с двумя оружиями? А, нет боеприпасов. А. Я понял. Смотрим. Time for the mission. Get ready. Так, ладно, в этот раз мы с тобой не будем туда прыгать. Прыгнем с тобой куда-нибудь в другое место. А именно... А именно. Давай, давай, хорошо. Я уже наизусть знаю, где он, поэтому... А тут у меня, короче, небольшая проблема с голосом на стриме. Так как я, короче, это всю муть делаю через телефонное приложение, у меня не работает голос в игре.
приходится выбирать или голос, или стрим. Так, отстреляться есть чем. Это уже хорошо. А у меня гости. Эмочку по-любому. Эмочку по-любому. И точечку сейчас найдем на нее. И будет вообще шикарно. А подожди, я к тебе... О, молодец. О, у меня гости. Черепаха, красавелла. Так, подожди, что ты пропустил? Я прочитал. Так, я выполняю на полтергейсте задание. Я на него и выполняю. Эту дичь надо поменять. Так, мы в центре зоны, заебись.
Так, зона. Пойдем на дроп. Так, адреналин, да, обязательно. Как без него-то? Так, куда же нам с тобой стартануть-то? В принципе-то зона здесь. Давай вон туда на горку пойдем. И подождем. 55 человек, мы в центре зоны, это вообще классно. Пока все поворачивается в нашу сторону. Это пока что. А вон там еще один дроп. И зона, скорее всего, будет там. Ну, помчали. Я, походу, с зоной-то не угадал. Ну, сейчас посмотрим. Куда полетит? Отлично. Вот туда и пойдем. Сейчас заберем дропика. Или лучше посторожим. Или лучше забрать. Давай заберем. Больше ничего не надо. Больше ничего не надо. О, как хорошо стрелять где-то около меня. Где-то у нас тут. Да, где-то вон там стреляют. Enemy
spotted. Half of the team. Вижу, вижу, вижу. А зачем его сейчас колоть? Да? Using adrenaline shot now. Ой, как хорошо побежали. Блять, надо эмочку взять себе вторую. Отлично. Прицел все, как я люблю. А теперь в зону. Так. Вижу. Ах ты какой-то, глянь, ёпта. Ничего страшного. Бывает и такое. Так, кто-то там еще рядышком бегает, да? Да-да-да, вижу, жопу рыжу. Сейчас ебется отсюда, сука. Сейчас ебется. А, он, наверное, друга своего поднимает. Ах ты, сука, стартанул, смотри какой. Минута, это долго. Иди в зону. А я где-нибудь там на вышку приземлюсь уже тогда. Во, блядь. Во, крысёныш какой, смотри. Все равно... Ну, как раз еще есть 20 минут каточку закатить.
Угу. Давай, жмай, готов. Поедем. Погода меняется, голова болеть начинает. Это плохо. Так, сказал бедняк. Ну, погнали воевать. Cover me. Enemy is near.
Мизнер! Supply box there. Enemy spotted. Airdrop has been delivered. Reloaded. Enemy is near. Class upgrade there. Fuel chip ready for upgrade. Flight will arrive in 1 minute. Bandages now. Reloaded. Airdrop has been delivered. The airdrop is coming. Enemy spotted. Так. The revived flight will arrive in 1 minute. Changing mag. Airdrop has been delivered. Thank you.
arrive in 1 minute. The safe zone is collapsing. Flight will arrive in 1 minute. Airdrop there. Flight will arrive in 1 minute. I'm down, engaging the enemies. Terminal is almost ready. Your teammate has been killed. Get the dog tags and help them return to the battle. Get the dog tags. The safe zone is collapsing. Airdrop has been delivered. The revival.
dog tags have been scanned successfully. Your teammate will return to the battle when the next revive flight arrives. Revive flight will arrive in 1 minute. Reloaded. Engaging the enemy. Changing mag. Loot box there. Now to the last five teams. Never mind. Loot box there. Enemy is near! I've been hit! Так, все, всем спасибо, кто смотрел. На этом мы закончим. Всем удачи.